герои. Ну, Не 40 сразу золота в состав? рудниках. Ага. Ты думал, тебе дадут с ракет? Да. Да, господа. В этот раз раз приятнее, но местоположение похуже. Хорошо. Хорошо. Пипец, как похуже. Хотя, в принципе, не, нормально. Ну, так. Я готов. В прошлый раз было одно из самых крутых, то есть ты, по сути, один на один со своим врагом выносишь его и уголок занимаешь. В прошлый раз было, наверное, лучшее местоположение. Ну, хотя оно зеркальное, вот здесь то же самое. Но это не ту риверс, здесь нету прям однозначно плохих позиций. Хотя вот подо мной у чувака плохая позиция. То есть он, получается, вообще ничего не может. Его пушу я. Хотя, ну, здесь по парам более-менее, в принципе. Что-то я 20 раз поменял свое мнение, но первый раз играю вроде как на этой карте, поэтому... Не хватает золота. Угу. Опять работает. Хорошо. Да, господа. Ты еще, ты, то есть, в стриме палишь, где я нахожусь, да? Ну ты молодец, ты хотя бы молча бы это делал, не сообщал бы в общий чат о своих достижениях стримопальских. Да. Хорошо. Чем? Ну, я пошел. Я готов. Да. А, что я? Хорошо. Далеко бегу. Прощайте. Ну, башенка здесь строится, лесопилка, все дела. Тут прямо это... Угу. В лейт выходит, пацан. Опять работает. Если ты разведал, ну, то я бы видел твоего юнита, не? Да, господи. Как ты думаешь? А если ты отвечаешь на мои реплики? Стрим, то, наверное, все-таки ты стрим это... Активненько слушаешь. Могу ошибаться, конечно, может быть, ты телепат. Но до битвы экстрасенсов я тебя не видел, наверное, потому что я их не смотрел, конечно, но, возможно, по другим причинам. Что прикажешь? Я готов. Да. Ротоподъем. К оружию. О, вот это герой, я понимаю. Да, ваш бродяга. Я готов. Что прикажете? Постройте ферму. Так, ферму забыл. Молодец. Да. Строим здесь так. Можно строить. Да. Что прикажете? Да. Что прикажете? Да. Слушаешь и повинуешь. Добиваем. Что прикажете? Так, забыл я очень важную постройку. Вот эту вот и вот эту вот я забыл. Так, так, пацан, 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 блин, ну все запоролся. Вот если бы я вот это вот не отдал бы этого футмена, я был бы молодцом. А так я, ну так, средненький. Блин. Нормально, таврка есть, в общем-то. Опыта я получил много, рабочих... а что вы стоите-то, друзья? На всякий случай здесь поставим таверку от дураков. Вдруг справа кто-то прибежит. Опять работа. Через всю карту и захочет меня победить. Да. Вот специально от этого я... Ой-ой. Не хватает голода. Блин, не успел отменить. Ну, я пошел. А чё я футов не строю? Так, давайте здесь влепим магаз все-таки. Нигде не... Блин, ну это просто пипец. Чудеса архитектуры. У меня на базе. Хоть где-то можно построить магазин? Пожалуйста. И нельзя, смотрите-ка. Я вас по-человечески просил ведь. Тыкс. Да, без магазина, конечно, не очень. Что прикажете? Да, хороший выбор. Осу. Не хватает. Слушаешь и повинуешь. Да.
случае выбора. Жду приказания. Ой-ой, не случайно окружил героя, потом слушаешь, выпустил его. Так, что сапоги надо здесь? Так, 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 все, чувак, спокойно. Ой-ой, ай-яй, блин, отдал героя. Ну вот это вот пипец, конечно, я. Еще и левел получил, какой молодец-то, а? Да, что-то не показываю я чудеса контроля. Здесь уже и башенка стоит. И магазин есть. Ну, у меня хотя бы есть магазин, это уже хорошо. Да. Жду приказания. Вы чувствуете, что у меня меньше рабочих, чем надо, добывать золото, вам не кажется? Да, да. Опять работа? Да. Да, наверное, сейчас лишний все-таки. Хорошо. Как-то непонятно. Так, ладно, давайте возьмем еще одного героя. Как здесь стекает пот? Ну да, здесь же лесопилка нужна. Я, конечно, молодец. Так, все, надо прекращать тупить, желательно бы. Надо построить здесь ферму. И здесь. Ферма. А, вы заблокированы. Да не, вы не заблокированы. Спокойно можете выйти. Все. Что прикажете? Да. Совесть. Вадимка затоварился, короче. Как нубас. Лесопилочка нужна. Так, ну, блин, тут о убийстве кого-то вообще не идет и речи. Можно, конечно, посмотреть, что здесь. Так. Так, так, так. Сгонять, посмотреть. Да. Да. Хорошо. Да, да. Что прикажете? Угу. У нас чувак воюет. Воюет? Воюет. Ого, тут некроюзер. На ты. Понятно. Че, к тебе экзамен пришел уже? Нет, пока еще. Да. 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 Слушаешь и повинуешь. Совесть. Да. Блин, как-то мне кажется, что у меня недостаточно золота добывает. Короче, отправлюсь к 6-го рабочего. Такое чувство, что здесь неправильно база у меня поставлена. Ой-ой, да ладно. Чувак пришел. Что прикажете? Совестно. Слушаюсь и повинуюсь. Так. Ну, я пошел. Че, героя ставим? Такое чувство, что у меня здесь рудник дальше, чем надо. Из-за этого я не додобываю денег. Не додобываю всю игру, потому что постоянно как-то... Ну, то есть у меня 5 рабочих, в этом я не зафейлил, но постоянно какая-то непонятная тема. Так, чувак, тебе что здесь надо? Строим так, строим так. Так, здесь сделаем грейд. Вот этот грейд. Кто темно-зеленый? Блин, ну я что-то вообще никого убить не могу. Конечно, это хуманы. Совсем не моя основная раса. Еще рудник у меня далеко. Ну хватит уже отмазки придумать. Да. Ладно. Ого! Сильный второй герой. Несешь исцеление, это ты молодец заодно. Поможешь мне, если что? Так, молодец ты. Здесь нужен еще один, нужна еще кузница. Что так мало денег?
Так, ладно, следующая, да, задача. Не хватает золота, не хватает золота, а потом такой, а ферма, чувак. Здесь делаем грейд обязательный. Дерево просто дофигища. Ну, я строил рабочих, типа там этот, в запас. Так, а что если попробовать подраться? Не, ничего хорошего из этого не выйдет, на самом деле. Так, ладно, лучше так, а потом... Делаем еще грейд на строение. Ферму достроили, благо, делаем так. Что если не надо? Что не надо? Так, что там у нас надо проверить? Ого! О, наконец. Да. Что такое? Покостил? Напукостил. Так, ну что, давайте здесь это здание сделаем. В принципе, ладно. Обязательный грейд. Ко мне еще мечники живы. Угу. И давайте все-таки делаем грейд на топоры. Ну, там кто-то поражение потерпел, а я еще это нифига не сделал. Да, повелитель. Слушаюсь и повинуюсь. Совестно. Слушаюсь и повинуюсь. Исследование завершено. Да. Хороший вы. Ждем приказа. Да. Фигово дело. Что да. А, надо попробовать подраться. Хороший выбор. Нет. Да. Слушаюсь и я уже надрался. Да, да, принесешь. Совестно. Чем могу помочь? Уф, ну, в общем-то, нормально. Так, значит, ты у нас так, так. Все практически живы, я никого особо не потерял, не понимаю, где деньги только. Ой, я даже выйти отсюда могу, но это прям... Хотя не совсем могу. Я не могу все-таки. Зашибись. Так, а что... А в чем проблема-то, ребятки? Вот здесь не проходим, что ли? Хороший выбор. Ёпрысоте. Это поворот. Ну, придется ломать лесопилку, как бы это смешно не звучало. Ну, ладно, здесь поставим новую, в общем-то. Нужен третий герой. Нужна обязательно дрессировка животных. Нужен грейд на атаку. Так, ну, нужно этот... Нужны еще ресурсы, иначе пипец. Решил пацан стелепортироваться. Ого, горгульи тут летают. Это поворот. А че ты еще никого не убил? Ну, я не знаю, как-то туплю. Имею право потупить. Да я всю игру меньше золота добывал, поэтому у меня просадка по золоту. У меня база дальше от рудника, чем надо. И поэтому у меня добывало 4 рабочих тут все время. Что прикажете?
прикажете? Что прикажете? Вашу лаву была еще винта. Так. Ну чё? Что прикажете? Хороший выбор. Да. Хороший. Прилетаем сюда. Ого, а здесь оппонент. Ого, сетка. Смотрите-ка. Так, ну что, делаем грейды. Эвакуация рабочих, ну понятно, что. Ой-ой-ой-ой-ой. Чувак пытается мне здесь мешать как-то. Ну, зашибись, хотя бы убил. Одного уже хорошо. Опыта дофигища. Гости даешь. Так, раз ты такой сильный, надо тут. Да, трупы вывалился. Ой, у меня эти сдохли. Темно, кто бухнулся. Так, все, строим героя. Строим пацанов. А, у тебя еще один герой, ё-моё. Я не заметил его. Ой-ой. Да ёпрст-то. Куда это ты собрался? Уф. Кое-как успел спастись. Не то вкачал на последнем левеле, но пофиг. Так. Кто будет ранен? Че, тебя не убили еще, нет? Нет. Но я подрался тут с Экзанта и пришел чувак. Разнимать вас? Да. Благо у меня алхимик 5 левел получил. Скоро 6, продажа, все дела. Так, что-то это Ре, да? Да, нормальная скорость у него становится. Слава высшим эльфам. Дерево на тебя не хватает. Угу, так. В принципе, ладно, можно этих построить. Где Блейд? Слушай, Вадим. А чё? Вот ярость вурдалака, когда грейдишь, например, на вурдалаках, они быстрее добывают дерево, нет? Честно говоря, не знаю. Один из редких моментов в Варкрафте, который я не знаю. Я думал на эту тему, не знаю. Блин, застрял, ёпрасоте. Эх. Слава высшим эльфам.
Так, ну что, тут надо обосновываться, иначе пипец. Ой-ой. Ну я чуть-чуть. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Да, повелитель. Да. Ой-ой, беги-беги, чувак. Ты же сильный. Ой, блин, этот сетку попал на бас. Ой. Так, а где мои войска вообще все? Вы где, войска, уважаемые? Что-то вообще пипец, все плохо. Да, что-то я не законтролил. А что ты там не законтролил? Ну, у меня же и этот есть. Кинарий. Да, хорошо. Слава высшим эльфам! Слава высшим эльфам! Что прикажете? Да! Поторопись, смертный! И ждет смерть! Никакой пощады! Что прикажете? Совесть! Надо за телепортом сходить, иначе может быть беда. Да! 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 Что прикажете? Хороший выбор! Вот такая вот. Небо зовет. Что прикажете? Давайте здесь чуть порубим. Слава высшим эльфам. Немножечко застроимся тут, потому что много желающих сюда прийти. За... Да? Фига. Жесть какая. А вас четверо или сколько? Пятеро. Странно, я думал, он за двоих. А, ну героев-то, наверное, будет четверо героев. Но человек-то и пятеро. Это жесть какая-то. Один за одну голову играет, второй за вторую голову. Прикольно. Я не знаю, какими способностями. Да. А управляет, интересно, огром кто? Фиг знает, но у меня есть способность, например, рыбу. Я устремляюсь к цели. Видимо, я все тело тащу, не одну голову. Лечу. Небо зовет. Не хватает маны. Блин, как-то он меня побеждает. Маны нет, лол. Где все, я нашел тебя. Не пойдешь, я только подрался. Не люблю играть против некров. Вадим, он коня на себе несет. Прикольно. Черт, какая-то битва не на жизнь, а на смерть. Где мой герой? А, ёпрст, я и выделил его. Ой, я нубас. Да сдохни ты уже. Давай, мочи. Ой,
Ой, пипец, короче, я блейда выделил случайно. Вот это, конечно, контроль королевский. Да ёпрасотая, ну что ж такое-то, а? На... Бой, скелетики. Сейчас эльф меня защитит. Нет, эльф меня не будет защищать. Хотя... Эльф. Эльф опыт получает. Блин, писец. Так я затупил. Я эльфу помог, он мне убивает. Вот. Редиска. Блин, у меня магазина нет, я не могу этих строить хавков. Ну? Чем могу помочь? Да, без хавков, конечно, не очень приятно. Так, чего вы тут ману тратите-то? Все. Че? Смешно за это. Да? Чего? Ну ладно. Я несу без тебя. Какие все шансы? У меня? Да? Да мало, очень. Я базу вторую не захватил. Эльф меня сейчас убьет. Ну если бы эльф сейчас не помог тебе. Ну он сейчас у меня внутри базы мне помогает. Я сейчас ему эту забью. Такие дела. Пипец, еще этот на меня корни кинул. Вот козел. Шерик не хороший. О, 6 левел. Так, одного захватили, второго бьем. Ну нормас, чё? Отбился? Ну от эльфа, да, но сейчас снова экзант пришел. Кажется, это слегка нечестно, конечно. Что... Их так много. Так и чё, я тебе 4 скелетика отправил, чтобы ты не расслаблял? Ну, вообще, тут еще розовый мне мешает. Это я знаю. Чем могу помочь? Нет, но если бы он не помог... Ну, если бы он не стал со мной раз, я бы базу сломал. Ну, возможно, да. Но он под... Нельзя сказать, чтобы он был за меня, потому что он потом пошел меня добивать. Но благо я отбился. Мы почти все парни друг друга завалили. Чего почти? Ну, он почти... Он всю мою завалил, а я больше половины его ж не завалил. Его ж не это, да. Эх. Ну что, у меня почти все остановилось. Так, чувак, ну... О, здесь почти 6 левел, блин. Крутяк. Ого, ты тележки можешь рассеять? Я продаю еще, я за них деньги получаю. Вот именно. Офигеть. Я думал, типа механизм нельзя. Нет, продать можно все. Все в этом мире продается и покупается. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Слушаюсь, ты повинуюсь. Чем могу помочь? Да будет. Да, повелитель.
Всем привет. Привет. Развитие играете. Сейчас я. Так, надо ману сразу купить под 6 левел. А, ты там уже развился? Чё думал? Халява, что ли? Да. Это барак ломаю, молодец. Блин, а у него все карты были. А где трупы? Слушай, ты не знаешь? Ты не видел трупы где? А я думаю, где трупы? Ого, тут еще один чувак. Вот кто мою телегу сломал. Я сломал. Сломал. Я сломал блудмастером. А ты думал орк, что ли? Не. Все, я на своем горбу. Текс, чё? Манна. Давайте сбегаем, посмотрим, что здесь есть. Ой. Так, продали пацанчика. Что прикажете? Ждем приказ. Хороший выбор. Да. Хороший выбор. Совеста. Да. Думаешь? Что прикажете? Текс. Ну чё, пора вот этих вот пацанов делать. А где этот орк, который прибежал? А фиг его знает. Что прикажете? Слушаешь и повинуешь. Да, да. Да, мой друг. Да. На что? Хороший выбор. Совеста. Да. Совеста. По славу пылающего клинка. Слушаешь и повинуешь. Да. Мне кажется, его тут загасит. О, отлично. Отлично, он сдох. Так. Ну чё тут надо? Еще грифона надо. Блин, лимита не хватает. Кого-то отдать бы. Ну ладно, ты не стройся. Все равно надо вот это сделать. Ты занялся. Слушай, чувак, ты такой унылый. Пошел бы чем-то, занялся бы полезным. Сидишь одним героем, бегаешь, портишь только. На что жалуетесь? Да, повелитель. Слушай. Что же героем бегаешь? Портыш. Что прикажете? Прошу. Харада! Хороший выбор, что принято. Слушаешь или повелитель? Чем могу помочь? Черт, сдох. Да как я так? А вот так. Да, мой друг. Приступай. Что прикажете? Совестно. Слушаешь, ты повинуешь. Эх, скилл, конечно, не появился. Слушаешь.
мечты повинуются. Ой-ой, да что ж такое-то? Это да. Эти микров чуть подрежем. Офигеть, тут какая-то это сходка. Фишка. Тут главное катапульту забрать. Остальное не так важно. Фух, зашибись. Если бы я не отдал, блин, алхимика на экзанты, все было бы хорошо. Но это же я. О, у меня, так кажется, база еще добывает. Я и забыл про нее. Смотри, что денег много как-то. Так, это 200 маны, насколько, да? Блин, алтарь потерял. Ой, Сюш, как плохо-то, а? Ой-ой. ГГ, блин, ему. Блин, ну как я героя-то потерял, а? Так, все, зашибись. Тут типа базу ломают. Сейчас я забуду про него или нет? Наверное, забуду. Там по магазину. Магазин жив еще. Да нормально, короче, можно прийти. Ну да. Ой-ой, база! Ёпрсте, я даже не смотрел. Ну, посмотри, что у него творится. Ну, я орка убил, но он сломал мне базу, я что-то даже на это не посмотрел. Да, ну, друг. Ваша, приступай. Поделитесь. Не хватает маны. Да, неприятно. Ты птичку продать хотел? Да не, бесплатно, что продавать-то. Так, седьмой левел, значит, это инвиз. Еще один. Это бомба. Ты, ну... Вообще-то нет, потому что ко мне до тебя целая очередь пришла. Если бы ты был не пятым в очереди, то было бы круто. Но по идее, у меня уже базы практически не оставалось, ты мне просто через атаку сломал базу. Я просто... Как бы я даже не думал, что такая наркомания имеет место быть. Спрашивают, как называется карта. Очень настойчиво. Молодцы. Да, прикажете. Я не сниму из себя. Да. 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 Да.
Блин, мне ж базу снесли. Ну да. Не, ну это пипец какой-то. Зря это сделал, наверное. Ой, звери! Ну писец, меня доломали в итоге, но это какая-то жесть. Да, звери больно бьют. Да какие звери? Больно бьют, что никто с моей базы не уходил. Да, ё-моё! Ну вот и все. Что за фигня у тебя на базе? Какое-то несилое место. Да здесь вообще не стоит быть. Я как не приду кто-нибудь. Еще так там постоянно кто-то тусит, это думаю. Просто пипец. И походу на стриме сидят и ждут, когда я к тебе приду. Когда ты придешь, у меня никто с базы, у меня люди с базы не уходят. Ой, это же весело. Да. Да. Ну, он, кстати, нормально выгнал и не доломал. Весело единственное нормальное. Это, я считаю, честно, если ко мне на базу постоянно кто-то приходит, я считаю довольно честно, если... Ты придет и не доломает, ты из пяти подряд человек. Я готов. Да, я готов. Вот, сломал Экзан. Экзан-то не сдюжил, с двумя не справился. Я там с пятью дрался подряд. Че? Думаешь, сломает меня? Не знаю, мне кажется, да. Надеюсь, по крайней мере. Ай, блин. Все, отдался ты? Нет. Не отдался. Блин, а я же сделал грейд базы, я как-то грейд базы не сделал, но я молодец, я все ждал, пока он будет, а я его не сделал. Я не сдюжу против этого. Положись на меня. Ко мне тут такая толпа пришла. Да, хорошо. Жесть. Хорошо. А че они с друг другом не дерутся? Кто? Да, эти два андеда. Ой, человек андед. Деритесь, давайте. Не знаю, кто там с кем не дерется, но мне все, конечно, тяжело. Не знаю, они меня сломали и не хотят драться в бокс. Блин, ты мне про честность в этой игре можешь не рассказывать вообще. Все, я куб. Ну бас. А зачем ты цыплята? Разведку. А зачем ты их спалил? Ну, я такого до этого не видел, поэтому... Блин, если бы не база, было бы все зашибись. А, я же героя не воскрешаю, ну я, конечно, мастер, блин. Пинка. Не добил... Я понял, да, я же говорю, ты специально не добил, ты молодец в этой ситуации. Единственный. Потому что, чё, получается, ко мне... Пришел эльф правый под Экзанте и орк. То есть ты четвертый был в очереди. С тремя я справился, вот четвертый. А, нет, точнее, ну потом в итоге Экзанте меня добил. Че, Экзанте, сдох-то уже, нет там? Я да. Ну, ко мне двое пришли. Таким лимитом. Я твою курицу убил. Куда это? Ну да ладно, я ненадолго. Быстрее, смертный. Так. Давай, доверимся. Постройка завершена. Бой готов. Уже лечу. Постройка завершена. Ну как весело ливанул, я не понял. Не знаю, может его пробили, он не ванул. Хорошо. Ой-ой. Хотя бы хилки могу покупать, уже хорошо. Так, ты скоро, ой, ты скоро, но это же зашибись прям. Хорошо. Здесь нельзя строить, можно. Так. Так. Блин, по дереву проблемы есть некоторые. Мой клинок жаждет крови. Слушаюсь и повинуюсь.
Блин, а ману-то выпить изначально, не? Ого. Даже так? Вот это поворот. Че, там тебе уже пришли? Да нет. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Да. Розовый? Не, не жив. Да ладно тебе. Да блин, только его скелетик у нас погиб. Блин, все, валите, пацаны. Хороший выбор. Что прикажете? Ты мстишь экзамты теперь? Ну, в смысле мщу, мне надо его убить. Ну и мщу, да, вообще. Ну, экзамт на самом деле, этот, самый красивейший игрок, мне кажется, в этой игре. Почему? Ну, просто Джонни не смог дойти, а так... Ну да, Джонни. Нет, Джонни бы посылал войска, как он там говорил, ёпрсы-то. Я самый красивейший, кто мне бегал там, рабов вырезал? Я тебе одного раба убил, ты, ну, когда да. Ты ни с кем не дрался. Как если человек ни с кем не дерется, то это вообще за милое дело с ним. Но меня тут, походу, все-таки убьют. Я приду, помогу. Тут у чувака 100 лимита просто. Пока мы тут с фигней страдали, сражались, там все дела, а он просто 100 лимита взял и все. И отменить нельзя касл, да? Блин. Блин, у меня опять нету тир 2. Ты отстой. А, у тебя есть манна. Молодец. Так, что тут у нас? Здесь так. Ферм не хватает. Это поворот. Что, давайте еще немножечко деньгами разживемся. Все, уходим. Ну все, я пошел к тебе. Бою готов. Я смотрю, как он тебя бить будет. Лечу. Что прикажете? Что прикажете? Давай, чувак, давай. Жарим их. Лич тут своих уничтожает. Я же помогу. Смотри. А это ты что ли? Я просто думаю, что звери забегали. Эх, ничего-то мало не повезло. Да лол, не добил даже. Эх, ну походу этот будет последним. Ну да, он выиграет. Чего? Он выиграет. Ну да, наверное. Да и вообще остался кто-то, нет, кроме него? Какой дневник? Джек Бруно. Дерева нету, пипец, конечно. Дерево никто не добывает уже 100 лет. Сколько тут надо дерева? 295. На самом деле я бы на его вермах бы нормально бы этот поднялся бы. Так, нужен какой-то отхил. Ну хотя бы неуязвимость. Нужен ты мой роман продавал от двух вермов. Ну я двух вермов продал. Если бы я алхимика не потерял, ну я не знаю, блин, он куда-то телепортировался, вообще непонятное место. Так, ну что, рубите дерево вообще, нет, друзья? Ты тоже давай руби. Все, все на дерево, все на дерево. Блин, тут на самом деле юнитов-то кот наплакал. У него?
Ну да, ну в смысле ничего такого суперсерьезного нету, но я отдал героя из-за этого проблемы. Блин, все слабо попался. Ну да, 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 молодец. Не, ну молодец, есть возможность, пользуешься, чё. Это да. Так и надо. Ой, чё ты тут ходишь? Надо было молнии за сундели. А где ты? Где твой был мастер? Ой, слушай, даже не знаю. А где он спрятался? Ой, да, блин. А чё у тебя нога умерла? Ты не знаешь? Не думал на эту тему? Не хватает тела. Уже, уже, уже. Да ёперный театр, теперь ферму постройте. Все, пацаны, это стройка века. Да. Ну, я пошел. Что прикажете? Постройте ферму, постройте ферму, постройте ферму, постройте ферму, постройте ферму. Что прикажете? Да, повелитель. Не хватает маны. Так, уходим. Уходим. Да блин, ну ты-то что здесь делаешь? Ты бы лучше помог с Анденом справиться, ну бас. Он мстит за свою нагу. Блин, ничего нельзя сделать. Ну ты, ну бас, конечно, экзанты, блин. Так хотя бы Андеда был бы шанс победить, а смысл-то? Ну ладно, Лева, ну все, экзанты, я тебя не пущу больше в игры. Ну блин, там было бы интересно с Андедом попытаться справиться с двумя героями, построить там что-то. Ты взял, пришел, зачем-то убил моего героя. Смысл ты? Всю игру мешал, сейчас хотя бы не мешал бы.